Привет. Не спрашивайте, почему я вас так встречаю, но Полуда еще и вот такая вот страшненькая. Причем грим не до конца сделан. Это потому, что скоро Хэллоуин, а я еще даже ни разу не пробовала никакой грим. Надо попробовать, посмотреть, как он будет на мне сидеть. Также сделать какую-нибудь причесочку и посмотреть, что я могу надеть такого нарядненького. Ну а так как я начала краситься уже без камеры, то продолжать я буду с вами. Здесь мой косметоз. Его, конечно, мало, но ладно. Здесь мое зеркальце. Вот такая вот лампа, стеллаж, вот лампа. Короче, все. Ну что, давайте начинать делать макияж. Вернее, продолжать. Извините меня, пожалуйста, но я просто не могла не записать это. Я просто ору со своего рта. Он постоянно открыт. Итак, осталось совсем чуть-чуть, остались губы и реснички. Сначала давайте сделаем губы. Капец. И осталось реснички. Слушайте, нормально. Готово. Итак, я к вам вернулась. Я уже наделала фоточки. У меня вот такой вот образ. Вот такая вот, да, кофточка с пуговками, велосипедки. И также сейчас была надета бандана. Вот так вот. Все фоточки вы можете увидеть у меня в Инстаграме. И Инстаграмчик будет в описании. И желаю всем хорошего Хэллоуина. Пока.